Всем привет, с вами Харрисон. И в этом видео я вам покажу одно из мест фарма ресурсов для инженеров. Здесь у нас падает всего три вида ресурсов. Это сурьма, рутений и теллурий. Такое же место, похоже, имеется в пузыре, но там его не так просто найти. Ну как, не так просто. Там неудобно ездить, там всегда темно и так далее. А здесь слегка попроще, но падает меньше количество ресурсов. Так, вот здесь вот грузовые стеллажи, их разбиваем, и с них вот попадает в первую выпалу тень. Так, забираем. И здесь еще есть три таких же стеллажа, с которых также выпадут ресурсы. Первый раз вам придется найти вот эту разбитую анаконду по координатам, а после того, как вы ее найдете, просканируйте здесь вот устройство связи, маячки, которые здесь три вроде бы, и у вас появится точка в навигации, чтобы больше не летать по координатам, если в следующий раз прилетите сюда. Так, давайте разобьем второй пузовой стеллаж, опять выпадает сурьма. Так, и там имеется третий грузовой стеллаж и еще один маяк, с которого падают данные. Это вроде бы вот этот. Сканируем. И получаем зашифрованные файлы какие-то. И архивы. Так, и давайте разобьем последний грузовой стеллаж. И здесь у нас выпал теллурий. Вот. После того, как мы разбили все грузовые стеллажи и просканировали вот эти маяки, можно сделать релог и делать это по новой, пока не нафармите нужное количество ресурсов. Также это место разбитой анаконды, которую, возможно, сбили торгоиды, потому что здесь такое вот зеленое облако есть. И иногда сюда прилетает торгоид, так что не пугайтесь, когда он сюда прилетает, он здесь просто все сканирует и улетает. Ну а на этом все, спасибо вам за просмотр. С вами был Харрисон, и удачного вам фарма ресурсов. Пока!